Друзья, всем привет! Поближе познакомимся с электробусами. Это на самом деле великолепные машины. В 10 раз приятнее, что это не иностранные. Это наша разработка. Это КАМАЗ, соответственно, и группа компаний ГАЗ. Я на таких катаюсь уже несколько лет. Мне они очень нравятся. Они заменили с собой старые устаревшие московские троллейбусы, трамваи никуда не делись. Не знаю, как вам, а мне замена по душе. Если верить официальной информации, они заряжаются всего от 6 там, до 15 минут, что очень быстро. Вот зарядная станция, и оттуда небольшая штанга вылезает, и он заряжается вне зависимости от погодных условий. Внутри он очень комфортный, есть USB-зарядки, плавный ход. Мне очень нравятся электробусы, и они действительно мягче, чем обычные автобусы. Нет ни шума, ни вибрации, ни тряски. Я желаю, чтобы в каждом городе были такие электробусы и станции зарядок. То есть как электромобиль, только автобус, притом наш, российского производства. Повторюсь, мне лично это очень приятно. Здоровски, сейчас он будет заряжаться. Процесс зарядки.